Бумбокс в Одессе. Всеукраинский тур популярной украинской группы добрался до нашего города. Концерты приурочены к выходу нового макси-сингла «Люди» и пройдут в 14 крупных городах Украины. За 11 лет группа заняла отдельную нишу на украинской эстраде. За спиной у коллектива сотни концертов по всему миру, 5 официальных альбомов, десятки саундтреков к фильмам и сериалам, дуэты с известными украинскими музыкантами. Во дворце спорта «Бумбокс» покажет уникальное лазерное шоу с видеосопровождением. Ми не тільки їдемо музикантами, а повний автобус людей. А саме це світло, відеоряд, ну і багато-багато різних людей, про яких чомусь не говорять, але вони теж дуже допомагають. Це вже повноцінне, якісне шоу команди в турі. В программу концерта в Одессе войдут все хиты музыкантов и композиции из нового альбома. Песня «Люди» не только дала название туру, но и стала первой записью «Бумбокса» в обновленном составе. К знакомой всем пятерке присоединился талантливый пианист Павел Литвиненко. Концерты – это возможность откинуть на 2 часа побут и все буденное. И... Якщо ви хочете, якісь пісні – це мікросповіді, якісь – це просто дзеркало в тебе, да? Але тебе не повного, а в той чи інший момент того тебе, який цю пісню написав, записав і потім виконав.